Всем доброе утро. 6 декабря, кажется, у нас сегодня уже, да? Нет, 5 декабря, 9:27 московское время. Я гуляю по парку в сторону моря. Олени появились, вот видите, на заборчике. И кто-то начал традицию замочки здесь вывешивать потихонечку. Ну, не знаю. Ладно, власти парка разберутся, надо на это или нет. Солнышко пытается пробиться через тучки облачка. А так на улице свежо, скажу я вам. По моим ощущениям, наверное, градусов все-таки сегодня 12. Сейчас, конечно же, подсмотрим, что да как. Но мне кажется, что-то попрохладнее, чем вчера, во всяком случае сейчас. Хотя я другую куртку одел, может быть, поэтому... Люди гуляют уже потихонечку в сторону моря. Так хотя, думаю, многие уже отгулялись и уже домой ушли. Это я поздно вышел сегодня. Снежинки, опять же, ведь тут тоже на столбах появляются. Кстати, около вокзала голубь с какой-то доброй вестью прилетел. Тут не каркало. Не знаю, что он делает. Что они там, голуби эти, делают. В общем, у вокзала появился опять медведь большой, или медведица, я не знаю. Подключили или нет к иллюминации, не скажу, так как в дневные часы проезжал. Но уже видел я этого зверя. Смотрите, как выделяется из всех это желтое дерево. Красивенько. Думаю, как мне пройти там. Спортсмены, так бежит девушка или мужчина, я не знаю. Но так серьезный настрой. Пойдемте к клену подойдем. Чирикают всякие птички. Видите, точнее слышите, как они поют. Весну, наверное, зовут, как говорите. Спилили два дерева, которые упали в парке во время этого последнего ураганного ветра. А вот клен что-то меня уже не очень радует. Как-то он так быстро сбросил листву. Прям быстро-быстро. Хотя все остальное вокруг, как видите, зелененькое и красивенькое. Пойдемте выйдем на улицу Павлова и к причалу. Конечно же, посмотрим температуру воздуха. Ну что там, да как. Море, похоже, сегодня спокойное. Отбушевало свое, теперь успокоилось. Набирает сил до следующих штормов. Мне прям уж интересно, какая же температура воздуха. Может быть, даже все 11. На улице ни души. Но зато все чистенько. Не-не, какие-то волны еще есть. Все-таки слышно отсюда определенный шум. Странно, где спортсмены? Или я поздно пришел? Сейчас посмотрим, какова температура. 12.
Я четко видел циферку 12, 9:32 московское время. Сейчас число покажет нам, наверное, 5-12. Вот. И вот в следующем на табло появятся циферки. Температуры. 12 градусов. Я чувствовал, что чуть попрохладнее. Даже по сравнению со вчерашним деньком. Ну что, море, да, успокоилось. Легкие волны по-прежнему еще есть, но это там, можно сказать, и не волны, просто шумят громко. Солнце пытается пробиться, как я уже говорил, а на пляже работает строительная техника, какой-то экскаватор. Все наводит порядки, что-то там делает. Что делает, я не знаю. Разгребает, наверное, песок. Специально для вас немножко решила побурлить. Ну, с противоположной стороны аналогичная картина. Это, наверное, все-таки столбики. Я думал сначала, что это кто-то на сапе едет. Нет, это бетонные столбики торчат. Вот такой вот утро в Лазаревском, друзья мои. Всем доброе утро. Денек, судя по всему, должен быть погожий, хороший. Отправляюсь на базу выкладывать вам этот ролик. 12 градусов. Ну так, средняя зима. Может, чуть теплее, чем средняя.